Государственная служба безопасности Грузии обратилась к украинским коллегам за правовой помощью по поводу скандальных аудиозаписей, на которых Михаил Саакашвили призывает к вооруженному противодействию властям Тбилиси. Речь о телефонном разговоре экс-президента с руководством телеканала «Руставио-2», расшифровку которого на минувшей неделе обнародовали на интернет-сайте, который называют украинским «Викиликс». Причем сам директор компании подтвердил, материалы подлинные. В беседе, которой заинтересовались грузинские спецслужбы, глава компании высказал опасения, что может утратить над ней контроль. Этого в суде добивается бывший владелец «Руставио-2», на что получил дружеский совет от Саакашвили – оказать сопротивление. Получается, законному постановлению противопоставить революционный сценарий с боевиками. Ну что, брат Николос, устал? Да, устал, но ничего. Ну ты поддержи коллег-то. А как вы это себе представляете? Работайте по революционному сценарию. Вы должны оказать сопротивление властям при возможном захвате телекомпании. Постройте баррикады, именно забаррикадироваться и спокойно стоять несколько недель. Вы должны выстроить большие баррикады. Надо уже начать готовиться, железки и так далее используйте. Постройте размером с тюремный забор, затем несколько охранных пунктов поставьте. Ясно, я понял. Вы должны оказать физическое сопротивление, чтобы очень сложно было войти. Баррикады, много железных конструкций. Сейчас начинайте готовиться. Если вы сможете продержаться одну неделю, им уже сложно будет. С финансированием проблемы у нас, надеюсь, поможете? Какое финансирование? Это обычная война. Да, но элементарно нам нужно будет там что-то есть. Мы рассчитываем на неделю. Найдите боевиков, которые вас будут защищать, чтобы они смогли войти в здание, только применив оружие. Теперь в «Руставио-2» заявляют, что сами пойдут в суд и будут добиваться уголовного дела о незаконной прослушке. Эксперты уверены, прокуратура вполне может отреагировать, если не на саму прослушку, то на те сведения, которые в результате вскрылись.